Продолжается всероссийская межведомственная оперативно-профилактическая операция «МАК-2015», направленная на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, пресечение фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. «Нет наркотикам», – сказали славянцы и вышли на борьбу с дурман-травой. Разрослось наркосодержащее растение в хуторе Деревянковка Забойского сельского поселения. Среди защитников здорового образа жизни – сотрудники органов наркоконтроля, работники района и поселенческой администрации, представители казачества и общественности. Ранее эти очаги были выявлены совместно с антинаркотической комиссией, сотрудниками наркоконтроля. Ну и в соответствии с действующим законодательством была проведена проверка. Свою работу антинаркотические рейды начинают в конце весны. Тогда на полях и огородах вырастает мак и некультивированная конопля. После этого группы приступают к уничтожению растения. В ходе данной операции коноплю на заброшенных участках скосили и сожгли с применением бензина. Участники рейда зачистили два поля общей площадью 700 квадратных метров. Всего было уничтожено более 9000 кустов наркосодержащего растения. Уважаемые жители города и района, не оставайтесь в стороне и обо всех фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений, изготовления и сбыта наркотических средств, местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений сообщайте в Славянский межрайонный отдел наркоконтроля по круглосуточным телефонам доверия 4-29-90 и 8-918-62-67-428, а также по адресу город Славянск на Кубани, улица Комсомольская, 18. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».